Что происходит? Оно должно лагать? Ну, типа, нет. Ну, ничего не понял, но очень интересно. Что-то тебе все залагало. Ну, Call of Duty, конечно, прекрасная игра. Так. Окей. Это что за алкаши так. местные? Так. С тобой. По городу. Ну, чё? Пойдём. Пойдём туда. Куда ты, где? А я не знаю. Я, короче, отмечаю контракты. А, 300 метров. Ну, пойдём. 300 метров. Они как-то по волнам тут зомби будут, типа, отличаться мощнее. Тут какие-то боссы есть, типа, вообще? Да, да, есть боссы. Короче, открой карту. Вот эта вот серая зона, это обычные зомби первого уровня, желтая зона второго уровня и красная третья. Понял. То есть там по ним надо дольше стрелять и так далее. Чтобы стрелять по ним более эффективно, надо прокачивать оружие. Угу. Чтобы прокачивать оружие, надо копить деньги на контрактах. Так, первый алкашек отлетел. Синенький. Так, доставка груза. Слушай, может доставку груза сначала? Выбирай, что хочешь, погнали вместе все. Так, иди сюда. Вот. Поработаем возьми курьером. Так, он сразу оделся, да, на меня? Ну, по идее, да. Ага, а на что от третьего лица сделать? Escape, выбрать цвета третьего. Да, блин. Тебе прикольно. Такие телодвижения забавные. Так, жаль, головой нельзя крутить, как в Дейзике. И в папках. Mm-hmm. Блин, ну зомби не так много на первом уровне. Боюсь представить, что будет на третьем. Слушай, а противогаз нет, не на мне вроде. Ну он физически не должен быть на тебе. Так, сейчас мы поедем. Эй! Наемники повезли оружие на машине. Всё. Без конвоя. Перехватите ее. Здорово. Мимо меня пробежал. Так, доставьте груз на вертолетную площадку. Let's go. Ну, это, кстати, один из самых простых контрактов. Это что такое? Это кто такие? Бот. Тут еще боты типа в виде живых людей, что ли, есть? Боты в виде живых людей, ну да, да. Блин, а у меня нет этого нагрудника, я понял. Под пластины. Ну, короче, это надо искать. Вот тут надо всякие тайники так, открывать. А что, бричка? Ящик. Бричка, не на ходу. А, на ходу. Сейчас, открой дверь. О, вот это хорошая картина. Все, погнали. Едем. На подходе вертолет. А что, нас кто-то глушит, что ли? Да, боты глушат. Вторая зона, я понял. Вертолет. Я стреляю по нему. Ну, не знаю, есть смысл в этом или нет. Ну, можно его уничтожить, кстати. Или нам надо, наоборот, к нему груз доставить. Так, до свидания. Все, теперь можно вот награды взять. Где награда? Напиток вот какой-то? Ой, блин, а они откуда вылазят-то? Так, я хочу за пулемет. А как пересесть за пулемет? Ага, вижу. Перелази. Смена места. Во. Так, что у нас по деньгам? По деньгам нас не очень. Там какой-то зомби второго уровня. О. Да. То есть они не все тут сразу. Так, а что, куда идем-то? Дальше идем. Прыгаем. Поехали.
Сюда, сюда, сюда идем. Нам надо денежку накопить. Ты где там? Давай еще туда езжай. Нифига себе, с крыш прыгают откуда-то. Так, ладно, ладушки, а ладушки. Ты где? Ты а, иди сюда, иди сюда. I'm here. Вот это забирай. Все, поехали. Поехали. Садись за руль. Давай за пушечку прыгай. Че, на 300 метров куда отметил? Да. Так, там что-то за домом быстро двигается, красная точка. Это БПЛА. Mm-hmm. Так, я надеюсь, мы тут проедем. Да, что-нибудь сделаем. Мы так, паровозик. Мы мимо. Я вижу. Паровозик чух-чух отменяется. О! Оружие на стене, прям как старый Call of Duty. Да. Так, а что мы тут будем делать? Найдите крушителя. Что за крушитель такой? Это чел. Надо убить чела. Вон там он стоит. Он жесткий тип. Очень жесткий. Да тут что, какая-то магия. Нифига себе. Бах. Бах. Так, ладно, это бессмысленно. В смысле, с пулемета вот бессмысленно, хочешь сказать? Да, да, сильно дольше. Так, а с дробовика смысленно? Да. Давай, пока он на меня идет. Все. Кайф, кайф. О. Сзади. А, нет, зомби наш. Шашлык. Все, все забираешь? Что даю? Что-то да, беру. Блин, я как-то, короче, на левую сторону перекинул камеру. Как мне ее вернуть? Shift, по-моему. Прицелиться Shift. Ага, да. Так. Так, иди сюда. У тебя есть модификации на тебе вот эту вот. Модификацию. Где чё? Ну-ка. Вот это. Струя напалма. Вот это выбирай что-нибудь. Вот можем здесь покачать. О, оружие. Опять какой-то с бластером, блин, я не знаю. Классный челик. Нифига себе. Ну-ка, приклад работает. Блин, ладно, не буду сближаться. Ой, слушай, а что я с этими, с бластерами, так фига? Да, слушай, мне, конечно, надо... Ой-ой-ой, что так много, за пулемет прыгать. Не надо, нет, не садись туда, не садись. Это из игры выйти. Нет, я за пулемет, а не за вертушку. На машине, на котором приехали, я имею в виду. А. Ух ты. Новый год вроде еще не начался, фейерверки летают. Ой-ой-ой.
Блин, как долго ты перезаряжаешь дробовичок? Обугленный. Ну, чуть-чуть вот прокачали. Так, погнали на следующий какой-нибудь. Ой, пойдем сюда. Собачки. Так, а мы, интересно, успеем сегодня в третью зону ворваться? О. Ну, если оружие прокачаем, то возможно. А чё он зелененький зомби? Типа за нас? Да, да. Эффект такой от оружия. Рандомный. Нифига себе, подкрались-то как. Так, нам туда, дальше. Так, сопровождать надо, я понял. Маршрут построен. Сопровождайте эфиросборщик. Эфиросборщик. Второго уровня, если что-то делает. Да, теперь за нас. Слушай, это после моих, наверное, выстрелов. Да. О, вышли. Местные. Ой, кто такой? Знаешь, как будто в этот играем. Какую-то... Из этих игр? Из каких? Ой, они сюда лезут. Из Battle.net, вот это как она называется? Там надо сопровождать тоже вагонетку, или как она там называется? А, этот... Overwatch? Да. Ну... Ну да, режимы из Team Fortress. Типа... Да, в Team Fortress тоже. Типа режим внутри свободного режима. Ой, сколько собак горящих. Шашлык бегает. Да. Куда они вылазят? Из асфальта, что ли, прям? Да, да, прям вылазит. Фантазии не хватило у них. Ой, я уже тут, что ли? На раздачу. Ой, блин, тут классный мачо-мен. До свидания, мачо-мен. Ну и собаки сами, что ли, взрываются? Да, они набегают. Под колес. А-а-а, там он снайпер в меня сейчас стреляет. Я думаю, что за херня? Где? Надо его убить. Я убил его. Но мне кажется, еще кто-то меня стреляет. Да, да, сержант. Зараза такая, броню надо подкинуть. Нифига меня скинул.
Какое как большое много, скопление, как... да. Жизни нашей вагонетки есть? Или они, надеюсь, это бесконечные? Нет, о, они были. Так, что еще нам дали? Отлично. Ой, вагонетку нашу взорвали, блин. Теперь пойдем вот сюда. Эта штука, она улучшит оружие. Так, что делать? Купить? Да. Нет, в смысле, иди сюда, иди сюда. Я что-то купил. Блин, ты очень зря что-то купил. Там какой-то автомат. Вот это тебе, надеюсь, улучшить. Хватит денег. Улучшить? А как вниз пролистать-то? Вот теперь ты с этим оружием сможешь убивать эффективнее челов. Вторым уровнем. Так. О, я стрельнул, опять побежал за нас. Воняет, правда, что-то бегает. Так, ну чё, пойдем на конвой, на этот опять. Опять этот же, что ли? Да, самый ближайший. Тут будет посложнее. Не, мы тут не были. Нет, в смысле, контракт такой же. А-а-а. Ну, карта прикольная. Охренеть, у меня перед лицом зомбак запрыгнул. А! Чё-то вообще жесть. Не то слово. Они так залетают? Ладно, да бери контракт. Ты. Какой контракт? Меня сейчас тут размотают на крыше. И здесь какой-то чел. Что, контракт где? Активирован или пойму? Да, ага, да. Вижу. Я думаю, будет еще тяжелее. Ну, мы пушки прокачали, так что. Ну, и зомби стали потяжелее, наверное. Ну да. Но втроем мы справимся. Ну, надеюсь. Мы до этого тоже были втроем. Чел был с нами. Ну, нифига, у меня пушка переливается. О, там этот бластер. Мистер Брастер. Бластер. Слушай, они все второго уровня пошли. Ну, естественно, мы на зоне второго уровня. Тут расскажешь, мне как-то были вперемешку. Вау. Нет. Аура расширилась. Мы тогда были где-то на краю зоны, а сейчас мы прям. А, там переходной такой момент был. Там чел остался зачем-то. Челу сейчас кирдык будет. Ой, бластерный. Мачо мэн. Ой, 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 меня это скинули с этой машинки. И еще бластером подбили.
Блин, нафиг, я оглушающий кинул. Нифига не, вообще тут жестко. Жестко нам хана. Тут два бластерных, кстати. Ну, хоть одного бы забрать. Мне кажется, уже три бластерных. Куда ты прицепился? А где чел? Он с нами? Нет, он не с нами. Да чел делся, зачем? Волне, вон он там что-то бегает. Он решил, что ему это нафиг не надо. Нифига, он там взлетает, как в контроле прям. Да, это же самое почти. Блин, слушай, мои пушки вообще мне сейчас урон почти не наносят. Там толпа идет большая, огромная толпа, ну, сзади. Ну, нам вдвоем хана. Откуда, кто, где? Нам бы третий не помешал бы жестко. Да, да и четвертый бы тоже. Блин, я лег. Сейчас все будет. Да не, нам хана, ты чё? Блин, это чё за мутант? Это чё за... Вот третий челик здесь. Ну мне хана. Я лёг. Меня жрут, Керик, мои мозги едят. Всё, окей, сейчас бегу. Почему они дерутся, они едят мозги? Это же зомби. Блин, нет! Блин, вот чел, конечно, блин, не вовремя убежал. Да, прям самый пик. Все, оторвались вроде. Стрелялись. Ух ты, блин, напугал. Своим сделал. Теперь у нас отряд из четверых. Я слышу. Четверых. Там, кстати, этот флайер кто-то в небо пустил. Вертолет летит туда как раз. Ну, это означает, что кто-то эвакуируется. Быстро они... А, кстати, тут время, да, тоже ограничено? Я вижу, да. Так. Пойдем вот сюда. Нет, подожди. Вот сюда давай пойдем. Что-то мы все около одних и тех же мест. Ну идем. Вдвоем, надеюсь, мы справимся. Где, блин, вход? Так, что тут интересного? Соберите данные сейсмических рефракторов. Так, чел вроде додумался нам помочь. Было бы неплохо. Ой! Вижу. Резко, толпа. Резко. Да иди ты нафиг. Прикройте меня. Так, сейчас по идее должны люди прийти. Боты, что ли? Да. А, вон парашютисты, да. И что, они будут помогать? Нет. Они не будут помогать.
Блин, это зомби, я думал этого ребят. За ним побежал. Я уже думаю, как зомби. Сзади. Сзади стреляют. Так, пока тихо, надо на горку залезть детскую. Блин, нельзя. Я залез. Все, я залез на горку. Буду кататься. Ну-ка. О, парашютисты наши. Что это за энергия такая? Блин, падла. Фарики. Так, бери. О. Хороший вещь. А, это нет, у тебя тоже две стоит. У меня на две, да. Одна, три уже. Так, ладно. А куда бы еще пойти? Короче, нечего, некуда брать. Нефть. Пойдем груз заберем, поездим. Крайнее, наверное, и потом эвакуация. Да, можно еще успеть даже. Думаешь? 15 минут, грубо говоря. Я сзади. Да, мы все равно очень прям близко к этим эвакуации. Это здесь. Ой, тут что-то все заражено. Иди сюда. Куда, куда ты, где? Ага. Валим, валим, валим.
Ой, далеко нам ехать, кстати. Следите за небом. У вас на хвосте вертолет. Ой, еще вертолет. Нифига себе. А, вертолет можно повредить. Стреляем по вертолету. Да можно уничтожить его, успеть. Да, но надо попробовать. Он уже дымится. Что, приехали, что ли? Почти, да, приехали. Так, где наш вертолетик-то? Я бы его бы подсбил. Да, это наш вертолет. Точно. Ну, чтобы не расслаблялся. Блин, да ничего не возьмешь такого прикольного. Ой, здрасте. Анг. У нас уже машина вся дымится. Ну-ка, следы от пули остаются? Прикинь, на машине следы от пули не остаются. Ну и говнище. Как в Сан-Андреас. Подожди, может, у тебя настройки такие? У меня остаются. А я твои вижу, кстати. А, да, нет, остаются, только они вообще не там, куда я целюсь. Да. Ну и пофигу. Ладно, погнали, еще что-нибудь упомянуть. И что же это? Так, ну что, прыгаем вниз. За ВДВ. Блин, у меня патронов нет. У меня тоже очень мало. На дробовике. Идем сюда. Ты дробовиком играешь только? 50 на 50. Так, у нас что, 10 минут? Ну, успеем еще. Еще куча зомбаков полежит. Блин. Ай-яй. Идем сюда. Ты в здании? Да. Что ты сделал? Сейчас будет жесть. Да мне уже страшно. Вообще в здании обороняться хуже всего. Да, может нафиг отсюда увидим, мы сейчас просто как в клетке будем. Заряжаю. Блять, Кирик, нам хана, делай что-нибудь. Бля, отсюда иду. Выходим, выходим отсюда, ну его нафиг. А смысл, знаешь, в чем? Надо стоять возле тайника, чтобы он открывался. А где тайник? Я его даже не видел. Он рядом с тобой? Да, он отмечен. Все, вижу, вижу. Как ты меня с расстояния бьешь в метр? Блять, перезарядка. У тебя перки какие-нибудь есть? Не знаю, не могу посмотреть. На меня сейчас нападают жестко. Где на тебя нападают? Сейчас тебя буду защищать.
А, это на меня нападают. Короче, у тебя внизу экрана, где рюкзак. Да, вижу. Написаны перки. Крест. Ну, типа, если они есть, это здорово. Крест медицинский, радиация, значок. Ну, клево. Плюсик еще какая-то херня. Ой, тут этот бластер. Мистер Бластер. Да. Вонючий ублюдок. Да пошел ты нафиг. Козел. Блин, перезаряжай ты резче. Все. Вот, ты можешь использовать редкость, повысить редкость, еще что-то. А что это за напиток такой? Во! Вот это забирай срочно. Сейчас, там сзади зомби. Так, взял. Вместо дробовика. Да, хороший пистолет, пулемет. И короче, если ты его эвакуируешь здесь, он у тебя будет доступен в мультиплеере. Ага, ну все. Так. Так. Надо потихоньку двигаться. Давай к эвакуации. Ну, что я за узишку-то взял? Блин, ну дробовик был классный. Ай-яй-яй-яй-яй. Меня сейчас уположили. Ты можешь саму реанимацию сделать? О, да. В тот раз не мог, а сейчас могу. Ну, потому что ты забрал вот эту штуку саму реанимацию. Это что за коршун летает тут? Все, больше не летает. Жестко. Так, давай эвакуацию нафиг отсюда. Смотри, как я повис. Я могу так притвориться кем-нибудь и висеть. Да, если у тебя есть пистолет, ты можешь с него стрелять. Так, это что, эвакуация? Ну, просто в ту сторону. Идем. 7 минут осталось. Можно еще улучшить автомат. У нас есть для этого деньги? Чтобы было еще проще. Нифига себе. Ах ты собака такая. Бежит ко мне. Че, погнали на эвакуацию? Ну, погнали вот этот квест. Контракт. Завершим. За 6 минут мы успеем. Ну блин, я не знаю. Тем более вот этой зоны первого уровня будет вообще очень легко. Нифига, что за яйца. Так. Иди сюда. Так, а ты где? Ага. Что тут интересного? Надо бросать вот эти штуки в яйца, чтобы они раскрылись. Какие штуки? Которые я отметил. Коробочки? Тайники? Да. А-а-а.
Да пошел ты. Так, я понял. Много яичек. Это мы еще в третьей зоне, да, не были? Да. Да ну нафиг, чё так много? Да они первый уровень. Но толпой могут и загасить. Перезарядки долгие очень. Там еще яичко одно. У тебя есть с собой это? Чем? Да, одна штука есть. 3 минуты осталось. Да, успеем, Миса. Ничего интересного. Ну, в принципе, можем, да, идти. Let's go. Где? А, вон она. Вот как раз челики уехали. Улетели. О, мистер Бластер. Теперь ждем. Чел, походу, с нами не хочет эвакуироваться. Да, в принципе, время хватает. Ой, блин, откуда у вас столько раз-то взялось? Раньше, кстати, тут было гораздо больше. Пофиксили? Да. Прям мега много. Тут какая-то эта херня черная недалеко от нас. Черная херня, что это такое, зачем? Вон, херня? Вон буря. Давай, садись, не той стороной. Мистер Бластер, I'm here. Ой, они сюда заходят. Ты там далеко? Не, сейчас буду. Ой, они здесь. Максимум патронов. Че, все, улетаем? Ну а че? Тут это мясо у нас есть покушать. Ой. Че, мы тут взлетаем? Как-то, блин, все в крови внутри. Вертолет колбасит, что-то все взрывается. Челик вообще далеко. Да, успеют еще. Ну, вот такие вот зомби. Такой вот режим.